Больше аплодисментов. Мы хотим, чтобы вы охуевали. Да. А, без Бондарева не могу начать, потому что без него ничего вообще не получится. Без вас тоже, конечно, ничего не получится, потому что... Уже выступаем. Давайте пизданем. Ребят, что, кто-то употребляет алкоголь? Заебись. Будут песни, короче, сейчас. Несколько. Танцы тоже будут. Будет все вообще. Все, кто трахался в последние сутки? Поднимите ручки. Я трахался. Че, да ладно, я единственный трахался в этом зале? Вы че, ребят? Во, поднимает, нормально, молодцы. О, молодцы, все, пришли. Нет, если ты отлизывал кому-то, то считай за секс. Оп. Сосал, может, кто-нибудь, кого-нибудь. Ой, больше рук пошло, такие. А, да, мы сосали. Заебись. В красный колготок кто-нибудь пришел? Кто в красный колготок здесь? Где? Иди, мать, сюда. Ты тоже? Ну и ты тоже. Давай, обнимемся с тобой. А что, у вас двое всего? Ну, видимо. Бля, охуительно. Да. Кто фотографирует нас там с классными? Там, давайте мы тут позируем, блядь. Или что мы делаем? Я без трусов, кстати. Ну, потому что я сегодня вышел... Она потрогала мой пах. Просто, не, все, уходите. Окей. Я просто сегодня, короче, вышел из дома реально, и, блин, я вам просто, это пиздец, я клянусь, это история моей жизни. Я сегодня вышел из дома и пошел купить, типа, еды, вот, ну, там, всякую хуйню, типа, ну, вы знаете, там, роллы там, ну, все это ебалу. Я готовить-то не умею особо, поэтому я все время покупаю еду. Короче, я пошел купить еды. И когда я, короче, уже шел из суши Вока, набрал просто браташа, который живет через дом от меня. И он говорит, типа, чувак, а заходи ко мне домой. Я говорю, блядь, чувак, конечно, у меня как раз бутылка вина. Я же в час дня пью вино постоянно. Красное, сухое. Вот. И, короче, я пришел к нему, он говорит, прикинь, чувак, а мы собираемся, короче, типа, на вейкбордах покататься. И я поехал покататься на вейкбордах. И, короче, я погонял на вейкбордах, а потом обиделся что-то на всех. Ну, у нас там было человек 6. Вот, я на всех обиделся, короче, и пошел пешком, блядь. Прикиньте, а потом понимаю, что я, блядь, в каком-то ебаном Кронштадте, я не знаю, куда идти, как что набирать, блядь, и все. А потом добрался, да, в итоге, потому что набрал такси 33166, это реклама. Вот, меня забрали оттуда, и все, я прям до клуба. И Кирилл, спасибо, дал Ягера, и все стало гораздо круче. А что? Лучше.
это мастурбили под мои треки. Мастурбили под мои треки. Мастурбили под мои треки. Я чувствую, что каждый оргазм плевать часть планеты. Порвал пуговицу на шортах. Скорее всего, я буду голый последний. Добавь немного голоса мне, потому что я нихуя не слышу, что он поет, а он нихуя не умеет петь. Я даже и не пою.
я влил твое тело бензином. И наблюдал, как оно горело. Думаешь, что нужно еще больше огня? Звонок, привет, что делаешь? Бухаю и жду тебя. Спасибо. Бондарь, ты видел, я ничего не зиганул. Я надеюсь, вы все пьяные маленькие джентльмены. Вы
Мы все в говно. Давайте. Чувак. Выдвигать такие идеи. А, мы очень благодарны. Я все осознал, я больше так не буду делать. Правда. Правда. И никакой агрессии в сторону вот дамы, которая только что сделала мне замечание. Она сделала правильное замечание. Так что, маленькие джентльмены, все собрались и все. И... Все молодцы. Все заебись. Вы все любите друг друга? У кого? Давайте, кто там рядом есть человек, просто обнимите. Давайте! Где рядом? Обнимите друг друга, блядь! Заебись, ништяк! Я обожаю вас, маленькие джентльмены. Давай. Да-да. Немного выпьем и пойдем трахаться на крышу. Этот город наш полностью весь. Каждый кирпич, каждой стены. Если ты хочешь, давай прямо здесь. Просто кивни и расстегну штаны. Мне хватит 5 секунд на эрекции. Тебе даже не нужно вставать на колени. Так хорошо, когда сердце резонирует членом. Ты интереснее любых. Я не хочу. Мне нужна ты. Останься сегодня у меня дома. Целый день ходи в моих майки и шортах. Давай отключим телефоны и разобьем хуям роутер. Я не выйду из тебя дольше, чем на минуту за целый день. Только за сигаретами. Ты меня делаешь таким ебанутым в нашем сексе. Так много света. Я забыл слово. Ну и что-то там так. Я а потом хоп, подъем. Ты интереснее любых сериалов. Романтичнее, чем проводенные мосты. Я не хочу идеала. Мне нужна ты. Мне нужна ты. Ты интереснее любых сериалов, романтичнее, чем разведенные мосты. Я не хочу сериалов. Мне нужна ты.
Маленькие джентльмены, вы охуенные. Песня. Кирилл, иди к нам. Кирилл, не ты, другой Кирилл. Кирилл, ну, блядь, тут песня про вас, про фиш-фабрик, там, упомянем ее. Нет, всем плевать. Его зовут Феликс? Хуя, чувак, ты зовут Феликс. Да, еще бармена буду звать. А, кстати, блядь, бармен тоже охуенный. Если что, вы можете водки выпить, к нему сходить. Но песня не про него. Ну, Кирилл, я расстроен, что вы не пришли к нам на эту песню. А она сейчас будет. Да. Помни, я ж написал, я должен помнить. Как я не помню? Да. Так, чё по глазам?
Кто ушел курить там? У вас есть друзья, которые ушли курить? Крикните, позвоните им. Скажите, чуваки, сейчас все начнется. Сейчас это хуйня. Хуя? Мне из зала говорят, подожди ты. Хуяся, может ты подождешь так-то? Это, блядь, мое шоу. Это мое шоу. Так что не пизди тут нахуй. Вот-вот. Все, пиздуй своими друзьями. Кто вам сказал? Сейчас микрофон типа просто... И потом будешь, блядь, маме рассказывать. Откуда у тебя синяк? Я не знаю, мама, я ходила на концерт. Сколько лет молодому человеку на концерт, когда ты ходила? Ну я не знаю, он старше меня. На сколько, блядь? На дохуя, блядь! Меня могут посадить, когда я тебя выебу. А я тебя выебу. Иди сюда. Иди сюда, блядь. Подлетела, блядь. Ну иди сюда, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Эй, 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 эй. Иди сюда. Иди сюда. Бля, чувак. Давай. Давай. Давай, давай. Я постараюсь. Стой, в смысле, тебе хуй дать в руку? Или на что ты ведешься обычно? Покажи вагину. Покажи вагину. Покажи вагину. Пожалуйста. Покажи ты. Маш, привет. Как твои дела? Я ее ебал, я ее трахал, реально. Было. Чего ты? Я все еще жду твоего шоу. Какое? Вот это шоу? Нет, просто... Мой хуй, это твое шоу. Просто исполнение. Ты охуеешь. Лучше у тебя вообще ничего в жизни не было. Это такая классная штука. Мне достаточно малого. О, достаточно малого. Она сказала, что мой член мал. Прям сразу. Просто иди исполняй. Хуя, у меня нормальный член. Он не маленький. Ну давай, ну это просто, ну, гляди, погляди сюда. Давай. Давай. Не, чувак. А что? Я заплатила не за фички, это, что? Что показать тебе? Что показать тебе? Макс, да. Тебе чем показать? Кому? Есть больше желающих. Ага, ну выебывалась-то ты. Я не выебывалась. Да? Да. Ну раз на раз тогда. Просто давай на руках поборемся. Просто без пизды, бля. Да, подожди, я буду поддавать. Я на левый. Я буду на левый. Не поддавайтесь ей, давайте, никто, давайте. Без ножей, без всей хуйни. Я знаю, ты можешь с ножами. Принесите, блядь, нам стол. Принесите стол, у нас будет битва, ёпта. Давай, я разминаюсь. Я жду. А, все, тебя спасло. Я без трусов, кстати, сегодня, реально. У меня была сегодня девушка ночью, я занимался сексом сегодня ночью. В отличие от многих из вас. Поднимите руку, кто сегодня занимался сексом ночью. Вот. Ты занималась? Бля, смотри, вот красавица занималась сексом, заебись. Во сне с кем? Со мной? Я надеюсь, со мной. То есть из всего зала такой я его ебусь, да? Ребят, ладно. Да, а я занимаюсь сексом. Вопрос, блядь. Позигуйте тем, кто ебал. Позигуйте. Давайте позигуйте, кому нравится зиговать. Пока ты займешься моим хуй.
Поставь все чувства нахуй, пока ты такая влажная, пока я могу тебя трахать. Воруют сюжеты. Это же просто грязь ебаная. Ты что, не чувствуешь этого? Боятся сердце нарвется, но я взял свой выбор сам. Я раму, но я колодца готов. Мне нужны признания, хотя бы мои заботы. Музыка, танцы, карнавал, праздник, салют. Это же просто сублимация. Я все еще себя люблю. Бля, сейчас так бодро их проебал, чуваки. Боялся, сердце взорвется, но... Я сел по твоей колеса, боялся, сердце взорвется, но я сделал свой выбор сам. Я орал в дворах колодцах о том, что мне нужны санитары и хотя бы пол-литра водки, а потом переполнен в нужный парень. Девочка в грязной колготке сказала, что вроде знакомы. Я трахнул ее в туалете, потом решил двигаться к дому, но выйти из бара я встретил пацанов с синим футболом. Назвал всех мини-мини-дома. Там друг друга покоя и слоненько будет щек у нас. Было тогда вся, но я чувствовал себя одиноким. Веселье, музыка, танцы, карнавал, праздник, салют. Это же просто сублимация, я все еще тебя люблю. We'll be right back.
Спасибо, ребят, заебись. Я... Давайте, баба, уходите. Только мужчины должны быть... Что, я не знаю, это не мое. А, электронная сигарета. Ага, сейчас, подожди. Я подрочусь за него, подожди. Подожди, я тебе... Детки, вы пытались, я люблю вас. Потрогайте свои клиторы. Чё, блядь, клитор? Это у тебя вот там. Садитесь, кто тут? Ребят, давайте все на пол. Чё, кто там? Кто ещё стоит? Все сюда, давайте. Чё вы там? Типа, чё вы, может, там собрались сзади? Давайте, все пиздуйте сюда. Смерти, конечно же, нет. Это будет слишком безумно, если бы что-то могло разлучить нас с тобой хотя бы на секунду. Я даже не начал, если бы я, блядь, какой там, за руки, полируя сексом, ссоры и ругань, сидеть на хомячках в парах, бухать до утра в барах. Смерти, конечно же, нет. Еще отменяю старость. Мы будем вечно молодые, красивые, дикие, шумные. Смерти, конечно же, нет. И не смей по-другому думать. Конечно, вред соседская. А, рада начала. Там будет еще гублет. Конечно, у меня соседская. Старая бабушка Люда. И соседи, почуяв запах, сломают железные двери. Конечно, погибнут все на планете живущие люди. Но в то, что не будет нас, никак невозможно поверить. И когда ядерный гриб встанет на фоне заката, и мы увидим ракеты, которые летят в нашу сторону, ты прижмешься ко мне всем телом, скажешь, смотри, как пиздато, и мы повторим все сцены из нашего любимого порно. Малыши, давайте все меня обнимать сюда же. Сейчас же. Я хочу, чтобы все вы были тут. Давайте. Только не сломайте мне ноги, да? А так, да, все просто. Просто будьте тут.
безумно тихо. Только звуки наших оргазмов будут разжать эту безумную тишину на планете. А через какое-то время не будем торопиться сразу. У нас родятся самые красивые и такие же бессмертные дети. Спасибо, ребят! Спасибо вам всем! Спасибо Фишфабрику за позволение делать микрофоном, что я делал с ним. Я люблю вас. Это была последняя песня где-то в октябре. Может быть, мы увидимся. Давай, давай, лапку. Все, ребят, извините, это последняя песня, реально. Нам очень понравилось, как вы реагировали. Это было очень круто, правда. Еще? У нас есть еще что-то играть? А какую песню вы хотите? Грязь? Я слышал грязь. Они хотят грязь. Они хотят грязь. Да, сейчас играем. Давай. А, кто может раздеться, снять ботинки? Я просто сделаю это. Давайте будем представить погрязь босиком. Я готов босиком. Да, это важно. Это важно, блядь. Давайте, да похуй, ёпта. Ну тут немножко. Да ладно, ну что, ну у вас ботинки. Во, давайте все кеды сюда. Давайте, можете на полу оставлять. Почему ты не босиком до сих пор? Разувайся. Почему ты не хочешь разувать? Я не знаю. Разувайся. Я разулся, все разулись, заебись. Давай, вот, девочки разулись, заебись. Да, нет, не, оставь их тут. Чувак, мне не нужны твои кеды. Я сомневаюсь, что там. Кто? Поднимите кеды вверх. Кто разулся еще? Кеды вверх. Где? Почему второй ряд там, блядь, весь обутый? Второй ряд. Чё все обутые? Кеды? Давайте. Чё все буты? Давай, ты к нам на день рождения приедешь. Давай. Почему бабы твои обуты? Чувак, давай, скомандуй им. Скажи, тёлки, блядь, снимайте свои кеды. Ну, блядь, будь мужиком, чувак. Да, ну, да. Скомандуй им. Надо, снимай свои кеды. День, чувак, привет. Даша, снимай, блядь, свои кеды. Блядь. Давай, блядь. Иди, готовь нам еду, блядь. Снимай кеды. А не один кед, два кеда. А ты чё? Второй кед снимай, а ты еще стоишь обутый. Давай снимай. Вроде норм. Так, кто еще тут? Хардкорщики. Целоваться в засос? Я же не гей, брат. А вот твоя женщина говорит, что она разуется. Ты ж разуешься? Ты разуешься? Бондарев, нам нужен бит, по которому мы будем читать про то, что ты посмотришь. Это же просто жуткая грязь, неужели ты не чувствуешь кожи? Похоже, Буковский писал про нас, а может? Мы персонажи графомана. Макс, съеби нахуй. Отъебитесь, блядь, у нас тут диалог. Пошли нахуй. Сейчас, все, да, все, иду, заебали. О, да, давайте. Девочки в красных футболках. Девочки, кто в красных футболках? Идите сюда.
Кто в красных колготках? Так, молодец. Это малиновые, ты молодец. Есть еще кто-то? Есть еще в красных колготках? Давай, 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 иди сюда. Есть кто-то еще? Нет, все, четыре девочки. Блять, а ваша мама знает, где вы? Блять, ладно. Вау, она потрогала мне запах только что. Ой. Ладно, ладно, иди. Просто ты похожа вообще на их, типа, эту... Ага, почему? Раскроши мне зубы красивым молотком, забей мне в ноздри длинные кривые гвозди, уничтожь меня, как Иисуса Христа, уничтожь меня раз и навсегда. Пока такая влажна, пока я могу
же просто жуткая грязь. Неужели ты не чувствуешь кожи по коже? Буковским собой она поможет. Мы персонажка фамона, который сказка ворует сюжеты. Это же просто грязь, ебаная! Ты что, не чувствуешь этого? Ты что, не чувствуешь этого? Ладно я, у меня нет выхода, но ты почему такая нежная? От первых ног на последний выход, ты всю свою одежду. Чтобы ты была постоянно голодной, я хочу, чтобы ты еще громче кричала. Сожги свои твои уколы, мы снова начнем сначала. Чтобы не быть такими одинокими, ты до утра будешь со мной синим крови. Писал последние строки, я пишу слюной. Знаешь, почему я делаю это? Я, кажется, знаю. Это же просто жуткая грязь, неужели ты не чувствуешь горе по коже? Луковки писал про нас на мозге. Мы писали Капамана, которая плачка ворует сюжеты. Это просто грязь, неужели ты что, не чувствуешь это? Это же просто жуткая грязь, неужели ты не чувствуешь горе по коже? Луковки писал про нас на мозге. Наркомана, которую пластика ворует сюжеты. Это же просто грязь, ебаный, ты что, не чувствуешь этого? Спасибо, ребята, ребята, вообще большое спасибо всем, кто пришел. Извините, это была последняя песня, у нас больше нет. Вот, спасибо, что вы были, спасибо, что вы поддерживали. Мы очень гордимся тем, что вы здесь появились. Мы реально в ахуе. Ну, блядь, мы не ожидали. Мы думали, будет меньше людей в колготках. Блядь, ребят, реально, просто, просто респектос. Спасибо, что пришли. Похлопайте друг другу. Давайте! Вы охуенные! Мы чисто так, блядь, а вот вы охуенные. Спасибо, ребят. Девки в колготке пришли, заебись. Да, мама вас найдут, я надеюсь. Все, да. Давай, конечно.